Церковный гуманитарный склад временно прекращает прием пожертвований и прием граждан из-за сложной эпидемиологической ситуации. Однако, если вы нуждаетесь в срочной помощи, то можно позвонить по телефону 7 70 99 с 11 до 18 часов, и вам окажут помощь. По словам руководителей аптечных сетей, в Сарове сейчас нет дефицита большинства препаратов и медицинских средств. Те из них, что выкупаются из торговых запасов, в течение нескольких дней поставляются снова. Единственное исключение составляют медицинские маски. По мнению аптекарей, в случае острой необходимости можно самостоятельно изготовить маски из марлевой ткани, которая имеется в аптеках в достаточном количестве. В рамках межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» саровскими полицейскими 18 марта был задержан ранее судимый гражданин Сарова 1981 года рождения. Он, кстати, находился в федеральном розыске. Этот нехороший человек обвиняется в грабеже. Но самое прекрасное, что после обнаружения его посадили под домашний арест. Видите, зря многие наговаривают. Наша полиция – самая гуманная в мире. Информационное агентство «Зато новости».